Доброе утро, меня зовут Дмитрий Кипин, и сегодня у нас сладкий завтрак. Приготовим пшеную кашу с клюквой и сахаром. Нам понадобится пшеная крупа, свежая клюква, сахар, сливочное масло, молоко. Начинаем готовить. Берем сливочное масло, отправляем на сковороду. Туда же отварную пшеную крупу. И клюкву. Засыпаем сахаром. Хорошенечко вымешиваем. И заливаем молоком. Даем провариться 1-2 минуты. После того, как каша проварилась, выкладываем ее в глубокую тарелку. Украшаем свежей мятой. Если хотите кашу более густую, добавляйте меньше молока, либо больше проваривать, чтобы молоко выкипело. Обязательно завтракайте. Хорошего дня и приятного аппетита!